Бедный Ник. Он был в глубоком отчаянии, он буквально тонул в своей беде, хозяин привез его в приют и оставил здесь, в незнакомой обстановке, одинокого и больного. Лапы бедного пса подгибались, а все тело сотрясало крупная дрожь. С песиком что-то происходило. Его походка была шаткой, он заваливался на сторону и чувствовал себя очень слабым. Он плакал, постоянно, каждый день, он плакал от боли и обиды. Но это не повлияло на решение девушки Лауры. Она твердо решила забрать этого страдальца и подарить ему новую жизнь. Привезя собачку домой, женщина первым делом показала ее ветеринару. Он нашел у пациента анемию, сердечных паразитов, подкожных клещей и проблемы с щитовидной железой. Также все тело Ника покрывали язвы, что говорило о том, что всю свою жизнь он прожил где-нибудь на цепи на заднем дворе, в ужасных условиях и без должного ухода. Ситуация была очень печальной, но не безнадежной. Псу назначили активное лечение, но больше всего его восстанавливала, конечно, любовь Лауры. Что же добро, как всегда, победило. И это наполняет сердце радостью. Пусть как можно больше собачек обретут свой теплый дом и надежного спутника.